Которая теперь взрастила свой талант до такой мощи, до такой яркости и блеска, что сегодняшняя встреча – это новый совершенно уровень их дуэта через столько лет. Танечка теперь прекрасный музыкант-профессионал, который является одним из лучших ведущих артистов Луганской областной филармонии, ее симфонического оркестра. Спасибо за этот прекрасный вечер, за то творческое вдохновение, которое подарило нам такое духовное и эстетическое наслаждение. С вами всего доброго. But when it melts, the other ways will show.